Вот это меня расфуфырило. 15 тысяч килокалорий в час. Привет, меня зовут Пози. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. А для тех, кто сейчас ничего не ест, самое время приготовить себе что-нибудь покушать. Ведь этот видосик у нас будет безумно аппетитный. Симуляторы поедания в Роблоксе. Или же симуляторы толстячков. Если вы понимаете, о чем я. Да-да-да, те самые толстые симуляторы в Роблокс. Итак, давайте мы с вами сыграем в первую игру, которая называется «Толстые забеги». В эту игру прямо сейчас играет 900 человек. Не такая популярная игра, но все же. Я устал. Я ухожу. А о чем это ты, Спарки? Я буду строить свой город с бесплатными робуксами и ящерицами. И как ты это сделаешь? Конечно же, в SkySmart. Они сейчас строят город мечты в Роблокс, и каждый может бесплатно помочь им в этом. Даже у тебя есть возможность поучаствовать в этом реалити-шоу. Выиграть робуксы, а возможно и новенькую Sony PlayStation 5. Ты это серьезно? Конечно. Каждый вклад важен. Нужно выполнять различные задания и голосовать вопросы. Тем самым получив мультипаспорт галактического строителя. Не правда ли круто? Но тебе не обязательно делать это в одиночку. Ты можешь общаться со своей командой в дружелюбном телеграм-чате и обучаться новому в Roblox уже сейчас. Ну а также у тебя будет возможность участвовать в стримах с большими блогерами. Главной же целью проекта является создание совместными усилиями игры, в которую сыграет 1 миллион человек. А за активность участники получают лимитированные предметы из магазина аватаров Roblox. И, конечно же, бесплатные робуксы каждую неделю! Хо-хо-хо! Поторопись, чтобы успеть поучаствовать в самой масштабной стройке года. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся для участия. Уже регистрируюсь! Вы посмотрите, какой я гигантский колобок. О, смотрите, как я двигаю своими ножками. Я хожу, как Винни-Пух. А где все другие игроки? Почему я здесь один на спавне? А, нет, тут вместе со мной есть еще один игрок. Так, собственно, чем нам нужно с вами здесь заниматься? Вероятнее всего бегать. Оу. Вы посмотрите, сколько здесь колобков появилось. У чувака на голове гигантская клубника или же что это? Это гриб какой-то? Да, судя по всему. Сейчас нам нужно с вами дождаться старта гонки, а затем сделать кучу-кучу различных кликов. Или, может быть, мне нужно себе достать что-нибудь поесть, чтобы немного ускориться. Стартовые фрукты. А, нет, это стартовые яйца. Здесь нужно одержать целых 5 побед. О, смотрите, я кликаю, у меня набирается скорость. Так, отлично. Опа! У меня высокая скорость! 30 разгона жира в секунду! Ничего себе! 50! Отлично! Может быть, до соточки нам удастся дотянуть? Что ж, я бегу достаточно медленно. Ха-ха-ха! Я тебя перегнал! Хо-хо-хо-хо-хо! Нифига себе он прилетел! Это что он там съел? Першие халапенье? Я разгадал секреты скорости этих пухлячков. А, да, до финиша мне бежать еще очень и очень далеко. Ой, одышка. Нужно немного передохнуть. Но ноги меня не слушаются. Они несут меня вперед. Сейчас остановится сердце. У меня звание улитка, кстати говоря. Это, видимо, потому что я бегаю слишком медленно. Так, окей, мы с вами пробежали до первого чекпоинта. До второго чекпоинта мы с вами добежим буквально через 1000 лет. Эти 1000 лет принесутся со скоростью света. Осталось 10 секунд. Я вижу финиш! И я вижу другого толстячка, который сдался! Ты должен продолжать бежать! Оу, я даже не смог его догнать. Так, окей, сейчас мы с вами не можем набирать скорость. Мы с вами заработали целых 2 кубка. И что мы можем купить на 2 кубка? Абсолютно ничего. Мы даже не можем с вами получить фрукты. Дальше тут есть еда. Что это такое? Давайте я куплю эту еду. Она стоит 800 робуксов! Нифига себе! Худок за 800 робуксов! Это примерно 10 баксов! О май гад, это очень много. Это может быть какой-то питомец? А, да, это питомец. Экипировка плюс 15. 20 тысяч скорости, нифига себе. Я что, сейчас за один клик смогу пройти эту игру? Мне даже не нужно кликать. Так, давай! Нифига себе! Вот это я лечу! О, нет, я приближаюсь к краю, но я не могу повернуть в другую сторону. Главное, чтобы я не выпал. Нифига себе, я лечу. Вы знали, что такие гигантские люди умеют так быстро бегать? Я бегу со скоростью 15 тысяч
килокалорий в час. Я самый быстрый пухлячок на этой планете. Такая сосиска еще рядом летит. Молния Маквин. Чао! Я пробежал уже 500-й чекпоинт, добегаю до 1000-го. Отлично. Мне осталось буквально 4 уровня пройти. Точнее, 5 уровней. Сейчас мы с вами пробежим розовый уровень. Затем дойдем до второй полосочки. Я пока что вырвался вперед. Бегу самый-самый первый. Ого, это у меня такой пупок. Сервер обновляется? Что? Почему? Почему обновления начались прямо сейчас? Это что, шутка какая-то? Я в шоке. Все обнулилось. Зато я заработал целых 50 кубков. Давайте мы с вами откроем сейчас вот это яблочко. И что выпадет из яблочка? Нифига себе! Из яблока выпало яблоко. Блин, интересно, а выпадет ли лимончик? Шансом 1%. Лимончик, опять яблоко. Плюс 600 к скорости. Лимончик, вы посмотрите, шанс 1%. Виноградики, груша, 1% шанс. В пончике вот этот сахарный донат. Сахарный пончик, шансом 1%. Здесь тройной гамбургер. А тут что у нас? Кокосик, шансом 1%. Ну, можем тоже с вами открыть один ананасик. И из ананасика нам выпадает ананас. Класс. Супер логично, супер гениально. Так, давайте мы с вами наденем яблоко, яблоко и ананасика. Ананасик я надеть не могу. Ну, кстати говоря, скоро 16 тысяч. Я готов поспорить, что я сейчас обгоню вот этого чувака с наушниками, который вырвался вперед. Нет, я его не догоню. У меня скоро 16 тысяч, а у самого крутого игрока 66 тысяч. Что? Что ж, я думаю, что за одну минуту я точно не смогу пройти эту игру, потому что я как-то слишком поздно стартанул, и яблоки меня вообще не ускорили ни на капельку. Всю основную скорость дает мне этот хот-дог. Если бы здесь была дополнительная минута, то я бы 100% справился со всеми испытаниями. А так я пробежал, смотрите, только половину второй полосочки. О май гад, да, 100% нужна дополнительная минута. Надеюсь, что я хотя бы успею завершить вторую полоску и смогу дойти до ачивки в 100 тысяч. Но я не могу остановиться, пока я не пройду эту игру. Ребята, я должен еще приобрести одну сосиску себе. 100% еще одну сосисочку хотя бы. И я пробегаю вторую полосочку. Так, осталось 3 секунды. Давай, давай, давай. Секунда. А-а-а, я не успел. Секунды не хватило. Так, что я здесь могу приобрести себе? Я могу себе приобрести вот такого вот нубасика. Но, к сожалению, у меня не хватает денег. Нужно целых 200 побед. Это различные скины. Типа 18 тысяч шагов бонус даст мне этот скин. Ладно, давайте мы купим себе немного кубков. 25 тысяч кубков за 700 робуксов. Почему бы и нет? О, здесь есть еще какое-то профессиональное яйцо. Что это за 70 тысяч? За 250 тысяч? Нет, к сожалению, мне это не по карману. Так, у меня есть 25 тысяч кубков. Давайте я куплю себе арбузик. И скорость сразу же немного прибавилась. Смотрите-ка, скорость у меня уже 22 тысячи. Так, теперь давайте мы с вами откроем пончик. Может быть, скорость плюс 1000 сейчас будет. Опа, обычный пончик мне выпал. Класс, обычный пончик. Надо же. Так, время пошло. Блин, надеюсь, я успею пройти эту гонку, если сейчас получу побольше дополнительной скорости. Так, опять желейный пончик. И давай еще один желейный пончик откроем с тобой. Еще один пончик кейс, и мне выпадает чокопончик. Отлично. Теперь мы с вами снимаем яблоки и надеваем с вами пончики. Пончик раз, пончик два, пончик три. Скорость 30 тысяч у меня должна быть. А, нет, еще один пончик я надеть не могу. Ладно, понеслась. Ого, нифига себе, там профессионал проходит эту игру, вы смотрите. Он просто пролетает там все. О май гад. У меня есть единственный шанс пройти всю эту игру. Это выбить себе какой-нибудь супер редкий пончик шансом 1%. Он меня по второму кругу догоняет. Чувак, ты мне не нравишься. Вау, 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 вау. Смотрите, он сейчас пролетит мимо меня. Все, он пролетает. Ух ты! Нифига себе, он улетел! У меня есть шансы пройти всю эту игру со скоростью 28 тысяч. Просто нужно дождаться следующего раунда. Кстати, звание у меня теперь пуля. Такая, знаете, толстенькая пуля. Воу-воу-воу, я догоняю чувака в наушниках. У меня есть даже возможность его перегнать. Главное не сбавлять темпы. Давай, я сейчас его догоню. Еще 15 секунд в запасе. Даже есть сейчас шанс пройти третью полоску. Так, 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 отлично, отлично,
половину пробежал! А, надо было раньше стартовать, и тогда бы я 100% прошел эту игру. Открываем еще один с вами пончик кейс. Это единственное, что мы с вами можем здесь открывать. Обычный пончик не выпал. Так, может быть, еще какой-нибудь пончик не выпадет. Давай. Супер редкий пончик я хочу получить. Надеюсь, что мне удастся это сделать. Пожалуйста, дайте мне супер редкий пончик. Шансом 1%. Нет! Опять желейный пончик. Плюс один слот для питомцев. Ну ладно, окей, давайте мы с вами сдадим еще 350 робуксов. И я сейчас надену еще один дополнительный пончик. Так, теперь мы с вами нажимаем и получаем по целых 54 шага за один клик. Так, 33 800. Все, время закончилось. Все, понеслась. Я вырываюсь вперед. Ага, этот чувак меня сразу же перегоняет. Сейчас-то я 100% смогу пройти эту игру. На все 100% я в этом уверен, ребята. Держите за меня кулачки. И если вам нравятся кликеры, обязательно поставьте свой лайк под этим видосиком. Мало ли вы забыли поставить лайкос перед просмотром этого видоса. Так, мы с вами прошли полностью всю первую полоску. У нас осталось еще целых 1,5 минуты в запасе. Проходим с вами вторую. Опа, он меня перегнал. Нифига себе, на целый один этап опередил меня этот чувак в очках. Давайте, пончики, подожмите! Сила пончиков! Это 100% наша победа. 50 секунд, ребята. Может быть, даже по второму кругу как-нибудь успею пройти эту игру. Ладно. Я в этом сомневаюсь, конечно, но было бы прикольно, если бы удалось по второму кругу ее пройти. Проходим с вами последний уровень. Отлично! Финиш! Плюс 800 кубков. Где я? Я в воздухе. А! Куда я бегу опять? По второму кругу, что ли? Ну ладно, докуда я смогу добежать по второму кругу? Мне интересно. Мне кажется, что до 25 тысяч. Как же быстро этот чувак бегает. Я просто в шоке. Он меня перегоняет уже по второму кругу. Или даже по третьему кругу. Мне нужно уходить срочно в следующий симулятор. Да! Я добежал до 25 тысяч! Отлично! Супер! Все! Я достаточно быстрый колобок. Следующая игра у нас тоже связана с забегами, только она называется у нас Food Run. Пробег с едой. Просто гениальное название. Как можно было лучше еще назвать эту игру? Инструкции мне никакие не нужны. Я буду пытаться интуитивно проходить эту игру. Давайте мы с вами соберем бургер. Бургер — это хорошо? А, нам нужно с вами балансировать. Не быть слишком толстыми, но при этом не быть слишком худыми. Вот смотрите, вот сейчас я вот просто выгляжу обычно. Теперь добавляем с вами плюс 5. Теперь делаем минус 5. Пока что я держусь наравне. Главное, в опасную толстую зону не добраться. Так, а как пройти этот уровень? Окей, давайте я попытаюсь пройти. О боже, он пытается стекло сломать. Куда он улетел? Он проломил с собой стекло. Чувак, зачем ты это сделал? Так, не нужно быть слишком толстыми. Все, отлично, отлично. Держимся с вами на балансе. И мы с вами прошли первый этап. Ребята, это 100% мобильная игра. О, корабль здесь проплывает. Ничего себе. Так, съедобная курочка. Ммм, как вкусно. Так, теперь давайте соберем 8 единичек. Еще плюс 2 единички. Мне интересно, что будет, когда я попаду в красную зону? Что со мной произойдет? Нам нужно сразу с вами собрать минус 5. Кушаем яблочки. И все, мы с вами похудели. Все очень просто. Ммм, вкусный шницель. Ничего себе. Ой-о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 й. Он пытается нас схватить, судя по всему. Через него проплыл корабль. Что вообще происходит в этой игре? Я не понимаю. Так, ребята, что-то я как-то изрядно поднабрал. Я пытаюсь как-то похудеть, но у меня не получается. Ой, я в опасной зоне вообще нахожусь. Так, срочно худеем. А-а-а! Меня молоток прибил, из меня сделали суши! Вам достаточно хотя бы 30 минут ходьбы в день. Это, судя по всему, инструкция, как быть здоровым! Ну а сейчас-то куда я улетел? Что меня выкинуло? Почему я улетел? Фрукты и овощи, ваши друзья. Спасибо большое. Мне кажется, эту игру разрабатывал какой-то фитнес-тренер, который говорит: да, ты все сможешь, ты похудеешь, не переживай, дружище, ты самый лучший. Так, кушаем авокадо. Сбавляем немного вес. Так, под молоток я сейчас не пойду. Не хочу, чтобы из меня сделали роллы. Опа! Смотрите-ка! Подписчичек с моим скином! Отлично! Что за красавчик? Нифига себе ты худой! Ты прям тоненький! Ой, хорош! Ой, я тоже немножко переборщил с похудением. Мне кажется, нужно чуть-чуть балансировать как-то. Надеюсь, я такой худой смогу пройти через эту дверь. Да, у меня хватило силенок открыть дверь. И теперь нам нужно с вами забраться наверх. Или вниз, даже не знаю. Ладно, пойдем по верхнему уровню. Так, а что будет, если я пройду через минус 5? Ух ты! Какой же я худой! Ёлки-палки! Так, набираем вес, кушаем мясо, кушаем хлебушек.
Все, немножко пополнели. Главное не превратиться в спичку, иначе мне придет настоящий конец. Ну да, сейчас я выгляжу немножко упитанным. Хотя нет, скорее всего я выгляжу как человек на массе. Такой, знаете, качок, который вот-вот собирается накачаться. Так, набираем плюс 4. Отлично, держим с вами идеальный баланс. Пойдем налево. Так, здесь мы будем с вами немножко худеть. Кушаем апельсинчики, яблочки, бананы. Кстати говоря, напишите свой любимый фрукт и свои любимые ягоды в комментариях под этим видосом. Набираем с вами плюс 12. И мы соблюдаем с вами почти идеальную серединку. Так, здесь вентилятор. Ух ты! Он заработал. Хорошо, что он нас не сдул. Так, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Отлично. Успели пробежать. Так, минус 5 с вами собираем. Кушаем одну шоколадку. Можем себе позволить. Оу! Он меня чуть не скинул вниз. И мы с вами дошли до следующей полосы препятствий. Теперь я сверху не пойду. Теперь давайте я пойду снизу. Так, проходим через минус 6. Проходим через плюс 5. Просто идеальная серединка. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть эта штука меня не сбила. Проходим. Ребята, сжигаем калории, занимаемся спортом. Мы с вами большие молодцы. Вот бы мне так в реальной жизни соблюдать идеальную диету, питаться фруктами, устраивать себе пробежечки. Этого не будет. Мы с вами дошли до 7 уровня. Интересно, что будет на 10 уровне? Судя по всему, это пока что не очень сложная игра. Не, реально, она очень простая. Вам просто нужно соблюдать баланс в еде. Собственно, этим самым вы и должны заниматься в реальной жизни. Просто соблюдать баланс в еде. Питаться правильной едой. Отлично, подлетаем. И не перебарщивать с вредной едой. Всего хорошего понемножку. Вот идеальный секрет похудения. Господи, о чем я говорю в этом видосе? 8 этап. Так, пойти к гигантскому бургеру или налево через те домики? Конечно, пойду к гигантскому бургеру. Но перед этим давайте мы с вами немного сбросим. Опа. Вот это меня расфуфырило. Вы смотрите, как я раскопанел. Я утонул в воде. Стекло подо мной сломалось. Эта игра была создана для укрепления здоровья и фитнеса. Так, а что будет, если я сделаю сейчас плюс 8 и еще съем этот бургер? Ого, я прям на грани сейчас нахожусь. Могу ли я обратно вернуться? Дайте мне вернуться обратно. Подвинься! Мне нужно много места. Так, минус 5 собираем. Еще минус 5 собираем. Идем с вами через деревню. Надеюсь, эти камни подо мной не обрушатся. Ой-ой-ой, хотя бы крыша бы не сломалась. Отлично. Вот это у меня ноги, конечно, гигантские. Ух ты, елки-палки. Как такими ногами вообще можно ходить? Так, давайте я скушаю кусочек мяса. Опа, теперь подходим к гантелькам, чуть-чуть худеем. И вот видите, я и гигантский бургер съел, и похудел до идеального баланса. Что? У меня чуть покупка какая-то не произошла в Роблоксе. 10 уровень, вау, это карамельный мир, нифига себе. Так, ну что ж, теперь давайте мы просто с вами пройдем эту игру. Может быть, вы слишком тяжелые? Ух ты! Я такой тоненький. Ой-ой-ой, я находился в очень опасной зоне. Так, как бы это пройти? Эх ты, не угадал. Так, пробегаем, становимся здесь. Стоим, ждем, когда эти штуки появятся. Отлично. Минуточка ожидания. Все, бегу вперед, и я почти у ворот. Отлично! Падаю вниз, кушаю мясо и прохожу в портал! Следующую игру! Ну а следующая игра у нас называется «Симулятор толстячка». Это не про меня точно. Ну что ж, я появился на спавне, и судя по всему, мне нужно отращивать пузо, поедая гамбургеры. Смотрите, с каждым съеденным бургером мне добавляется плюс одна пицца. Казалось бы, при чем здесь пицца? Если честно, я тоже не понимаю. Возможно, это бургеры со вкусом пиццы. Нам нужно с вами поедать как можно больше вредной еды для того, чтобы потом идти на туалет, судя по всему, и за это получать монеты. Или зачем я вообще это делаю? Давайте будем думать так, что мы с вами уборщики еды, которая валяется по всему парку. И наша задача просто набивать желудок этой вредной едой и убирать ее. Опа, смотрите. Я немножко похудел и получил целых 30 монеточек. Давайте мы с вами подойдем к магазину, что мы можем с вами здесь купить. За монетки мы можем с вами купить себе кусочки пиццы. И, возможно, купить себе новое пузо. Размер живота, да? Здесь действительно продается размер живота. За 15 монет. Теперь у меня более вместительный живот на целых 100 единиц еды. Теперь я могу поедать еще больше вредной еды. Пока у меня не начнется углеводный удар. Какой ужас. Может быть, это симулятор толстячка-гиганта? Продаем, получаем 100 монет. Давайте зайдем с вами к размеру живота. Следующий у нас будет стоить 25 монет. Или кроличий живот. Что это значит? 75 монет. Ну, давайте купим. Что-то он как-то не совсем похож на кроличий живот, честно вам признаюсь. Давайте лучше
лучше купим следующую еду. Надеюсь, у меня хватит денег. 45 монет стоит следующая еда. Давайте мы с вами быстренько подкрепимся. Отлично. 45 монеточек, что мы будем с вами поедать? Обычные сэндвичи. Ну, пицца звучала как-то поинтереснее, чем обычные сэндвичи. Ребята, что бы вы выбрали? Пиццу, бургеры или сэндвичи? Напишите в комменты под этим видосиком. Я знаю, вы уже много комментов написали, но все же, почему бы и нет? Итак, ребята, сейчас я становлюсь потихонечку гигантом. Возможно, я стану таким же огромным, как и этот чувак. Почему живот выглядит так искусственно? И почему сзади он у меня прикреплен к воздуху? Этот живот под моим хвостом. Здесь есть зона ПВП, что? Здесь можно сражаться с кем-то еще? Это битва на гамбургерах будет или как? Эй, ребята, давайте за мной. Здесь есть мои подписчики. Кто-нибудь хочет со мной побегать, поиграть? Раз на раз, как говорится. Опа, опа, опа. Смотрите. Идет за мной Умпа-Лумпа. Давай, иди за мной. Иди за мной, сейчас ты зайдешь в ПВП-зону. Смотри, я здесь кушаю бургеры. Я ничего ужасного не делаю. Так, подкрепились и... Давайте устроим батл. Получай, получай, получай. Он испугался и убежал. Ладно, все мы с вами прекрасно знаем, что все толстячки добрые. Так, 400 монеточек мы с вами получили, что значит этапы тела. К сожалению, этапы тела я разблокировать не могу. И, в принципе, больше нечем заняться в этой игре. Можно покупать только новую еду и новые животы себе. Тогда я скушаю свой последний сэндвич и скажу вам большое спасибо за просмотр этого ролика. Если он вам понравился, обязательно поставьте свой лайк под этим видосом. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих роликах. Адьос!